и написала это стихотворение накануне поездки к нему. И, собственно, я ему его подарила. Здравствуй, папа. Смотри, я выросла. Узнаешь ли свои глаза? Не волнуйся, что так случилось. Сожалеть ни о чем нельзя. Жизнь короткая, скоротечная. Так чего же греха таить? Я тебя специально встретила, чтобы всем сердцем тебя простить. Я упрека тебе не выскажу, слова горького не скажу. Посмотри, папа, как я выгляжу. Я еще и стихи пишу. Вчера мама сплетала косы мне, убирала дневник в портфель. А сегодня, смотри, я взрослая. Стала взрослая я теперь. Знаешь, папа, теперь я замужем. У меня есть работа, дом. Вроде бы говорила я уже, аттестат красный и диплом. Время раны дарило рваные. Мы чужими стали людьми. Так полюби меня, папа, заново и тихонечко обними. Спасибо.